Они еще не Третьяки и не Харламовы, но к своей мечте уже сделали шаг. Детская сборная чебоксарского клуба «Спартак» на протяжении нескольких лет штурмует престижные турниры. Недавно ребята привезли на родину чемпионский кубок из города Казань. Хотя любая победа юным спортсменам дается дорого. С одной из самых молодых ледовых дружин республики познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. На поле они играют по-взрослому, правда, в раздевалке, шнурки на коньках им пока помогают завязывать родители. Когда-то эти ребята за хоккейными матчами наблюдали только по телевизору, а теперь и сами выходят на лед. В составе этой команды самые обычные школьники. Компьютерные игры для них теперь не увлечение. Свободное время они занимают только тренировками. Настроение зависит, бодрые. Тренироваться, дети любят. Подходим, тренируемся. Свой путь в большой спорт они начали с больших побед. На полке в кабинете тренера уже не хватает свободного места от кубков. Недавно ледовая дружина отыграла победную серию в Казани. Ребята забрасывали шайбы даже в ворота детской сборной Акбарса. Это чемпионат. Юные спортсмены запомнят надолго. Ну, с Казани очень, они сильные очень, и поэтому надо было все силы выложить на эту игру. На тренировках детской сборной почти армейская дисциплина. Слово преподавателя здесь никто не обсуждает. Ребята занимаются по необычной методике. На льду они отжимают пресс и даже садятся на шпагат. За бортиком катка за своими чадами наблюдает другая дружина, отцовская. Родители говорят, что ни разу не пожалели, приведя своих детей в хоккей. Пока идет хоккей на пользу. Как только хоккей начнет снижать успеваемость ребенка в школе, я думаю, будем уже рассматривать, что-то выбирать. Поэтому приоритет, естественно, это учеба. Родители не только ярые фанаты, но и главные спонсоры команды. Детскую сборную никто не поддерживает. Раскошеливаться приходится и на форму, и на поездки. Хоккей – игра не дешевая. Не каждый родитель может позволить потратить, ну, образно. Сейчас вот еще они маленькие, одни они не могут уехать, то есть родители боятся отпускать. Соответственно, папа или мама едет в поездку. То есть это надо как минимум 10 тысяч, то есть на ребенка и на себя. Но затраты оправдывают результат. У ребят есть потенциал. А кто-то уже задумывается об НХЛ. Эти мечты становятся реальностью с каждым выигранным кубком. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика.